Как-то на днях я тут искал различные варианты тем оформления для одностраничных интернет-магазинов и случайно набрел на один сайт, в котором презентовались различные темы оформления. В основном эти темы оформления были разработаны для фотографов, но они отлично подходят и для дизайнеров, и для программистов, и для сайтов портфолио, и, в общем, всем специалистам, которые хотят презентовать себя в качестве специалиста. Ну, в общем, всем тем людям, которые хотят презентовать свое портфолио. В общем, я решил сделать вам топ-подборку тем, но подборку не конкретных тем, а подборку современных стилей оформления данных тем. То есть мы в этом видео посмотрим топ-5 подходов к разработке современного дизайна сайтов. Можно сказать, что это сайтов портфолио, но все же я их объединю и вам покажу топ-5 подборку вариантов оформления дизайнов сайтов, идеально подходящих для прокачивания себя в качестве специалистов, то есть для создания собственного бренда. Если вы хотите научиться создавать самостоятельно без навыков программирования современные интернет-магазины, то вы можете пройти мой эксклюзивный курс. Если вы хотите овладеть техникой редактирования шаблонного дизайна тем WordPress, то также у меня имеется обучающий курс, на котором вы сможете научиться всему этому. Но если вам нужна моя помощь по созданию сайта, или вы в принципе хотите заказать его создание, то вы можете написать мне в личку. Все контакты для связи со мной есть в описании под видео. Итак, на 5-м месте у нас находится стиль, который я назвал «фиксация бренда». Итак, смотрите, вот перед вами есть сайт, да, когда мы начинаем прокручивать бренд, то есть логотип, из такого состояния переходит вот в такое, да, то есть он из такого состояния переходит вот в такое. И тут, в принципе, ну, тут особо происходит при фокусировке и смещении изображений, ну, в принципе, тут и вот так. Тут, в принципе, все понятно, особенных эффектов больше нету. Ну, собственно, поэтому этот стиль я поставил на 5-е место. То же самое и такой пример сайта есть, да? Тоже фокусировка, тоже фиксация логотипа, но при наведении на логотип, видите, он выезжает. Также при фиксации мышки на изображении происходит смещение этого изображения. На 4-е место я поставил стиль, который назвал видеослайдер. Суть в следующем, просто вместо обычного слайдера видеофрагмент идет. То есть, либо какой-то клип вы можете загрузить, либо фильм, либо, ну, все, что вам нужно, да. Чтобы можете, допустим, для хорошей презентации себя, вы можете загрузить видео, в котором рассказываете о себе. Второй вариант этой презентации — это танцевальная студия, просто фрагмент выступления можете поставить, да. И вот такой интересный такой вот слайдер в таком интересном стиле. Да, все эти сайты, которые я сейчас вам буду показывать, они сделаны в очень интересном дизайне. Мне чем-то это напоминает материал дизайн из Android. И вот это такая анимация. Ну, в общем, все тут по уму сделано. Третий вариант. Тоже видео. Такой, ну, больше это не видео, больше анимация. Четвертый вариант. Как это можно все сделать? На 3-е место я поставил подход, который идеально позволяет размещать свои работы. Я его назвал «Мои работы на главной странице». То есть, видите, вы выкладываете работы, при наведении на эти работы происходит анимационное смещение, то есть это эффект зум, скорее всего. Вот вы можете выставить все свои работы, и как бы ваш читатель или клиент, который интересуется вашим творчеством, не запутался в иерархии вашего сайта. При клике на конкретную работу происходит открытие этой работы. Здесь можно ее листать, изучать. То есть это идеально, видите, для вот фотографа. Конечно, это идеально подходит для фотографов, но не менее идеально это подходит и для любых сайтов портфолио. Возвращаемся назад. Также есть еще интересный вариант интерпретации данного сайта портфолио. Вот в таком варианте. Они очень похожи, но имеют небольшие отличия. А так идеально подходит. Один из самых моих любимых типов сайтов, который называется вертикальное навигационное меню во всю высоту сайта. Тут также мы имеем портфолио, но слева у нас добавляется еще такая навигационная панель, с лейблом, да, с навигационным меню и с фильтром, по которому можно искать ваши работы.
То есть это по факту выложены посты, оформленные в виде фотогалерей, и посты можно фильтровать по тематикам. Это очень удобная тема, допустим, вы веб-дизайнер, и вас ищут как дизайнера именно лендингов. К вам заходят на сайты, тут есть интернет-магазин и корпоративные сайты, и лендинги. И всего лишь на все, что нужно, это отфильтровать по лендингам и посмотреть ваши работы именно в исполнении лендинга. Также такой вариант есть оформление, но уже без фильтрации. Да, и тут еще вот в этом варианте работы представлены не в виде постов, а в виде конкретных изображений. То есть это тоже очень удобно. Также имеется вот такой вариант, он комбинированный, то есть тут имеется подход с вертикальной навигационной панелью и видеослайдером. Таким больше анимационным, ну то есть это изображение презентуется как с таким анимационным эффектом. Это тоже имеет, такой подход тоже имеет право на жизнь. И на первое место я поставил подход, который открыл впервые для себя. Я этот подход к оформлению я назвал «Зеркала». Смотрите, у вас имеются работы конкретные. И для просмотра нужно прокручивать колесо, и в итоге идет вот такой просмотр ваших работ. Это очень интересно. Сайт сделан в виде на один экран. Потом имеется, видите, вверху навигационная панель. Навигационная панель может быть слева. Это тоже очень интересно. Также возможно и вот такое исполнение, то есть тут не просто прокрутка, а еще увеличение активного изображения, то есть активной работы. Также имеется вот в таком дизайне все это дело, еще с припиской. И имеется возможность, имеется вариант такого оформления. То есть это очень крутой вариант оформления своих работ, то есть сайта портфолио. В общем, такую подборку я сегодня сделал для вас. Пишите в комментариях, что вы думаете о данных видах сайта, о данных подходах. Мне лично больше понравились вот эти зеркала, ну, собственно, я поэтому поставил на первое место. Но все же эти подходы имеют право на жизнь. Также в описании у вас будут ссылки на данные сайты, чтобы вы могли более подробно ознакомиться, покрутить и посмотреть все это дело. А с вами был IT District. До встречи на волнах наших эфирах. Всем пока.